Так, раз. Добрый день, братья. Вы на канале Разума, на канале Здравого, на канале Таки Смысла, братья. С вами Дмитрий Уайс. И я рад приветствовать вас, братья. Прошлый видос по воздержанию очень хорошо зашел, и я думаю, это правильный курс, потому что братья пишут, они довольны и счастливы о том, что я вещаю, братья, для вас, вещаю великие вещи, великие тайны, вещаю о воздержании. И сегодня я хочу тоже приоткрыть завесу и открыть некоторые моменты. Воздержание очень обширная, братья, тема, которая можно вещать часами, братья. И вот сегодня я еще приоткрою вам тему, которую я тоже как бы постоянно захватываю, но хочу тоже ее раскрыть. Смотрите, братья, воздержание — великая сила. Это, я думаю, не секрет для вас, братья. И поэтому как бы прислушайтесь к этим моментам, что я сейчас буду говорить. Смотрите, вы хотите стать на истинный путь. Вы хотите заработать денег, вы хотите найти себе красивую жену, или вы хотите, там, к примеру, да, получить себе какую-то вещь, вы о чем-то мечтаете, хотите что-то себе позволить. Что вам для этого нужно, братья? Вот хорошенько задумайтесь для начала. Если вы скажете, вам нужно много денег, я скажу, это будет заблуждение. Если вы скажете, ну, наверное, нужны хорошие связи, я тоже скажу, ну, связи далеко не все решают. Понимаете, есть такая вещь, как энергетика человека. И какая энергетика будет от вас исходить, так вы будете решать свои проблемы и свои желания и мечты, которые у вас будут, а они будут у вас постоянно, братья. Понимаете? И какая, зависимо от вашей энергетики, будет зависеть успех того или иного дела, братья, которым вы будете заниматься, которым вы будете развиваться и получать какие-то фидбэк, получать какое-то, понимаете? Потому что это истина, это то, о чем я вещаю. Я знаю человека лично, который имеет много денег, он имеет, там, неважно даже, как они ему достались, понятно, что просто пацанчик, так скажем, просто получил эти все блага извне. Можно сказать, это обыкновенный мажор. Да, братья, обыкновенный мажор. Так что скажете, что он успешный или талантливый, или какой он, раз у него много денег? Нет, братья. Он обычный человек, и в тех преуспеваниях, которых мы с ним параллельно развивались, он ничего не добился. Хотя пытался, и очень сильно пытался, братья, вкладывал туда суммы. И что он получил в итоге? Да ничего, братья. Просто вложил кучу денег в различные проекты. Там вложил, там 100 тысяч. По итогу что он имел? Он имел какой-то реальный результат? Ничего он не имел. В итоге я не знаю, как сложилась его судьба, но точно знаю, что его, так скажем, все пробы, да, все, так скажем, потуги, его преуспевания, которым он пытался развиться, ничему не привели. Почему? Да потому что энергетика у него была фальшивая изначально. Энергетика у него была пагубной, она была разрушающей. Несмотря на количество денег, несмотря на количество связей, которые у него были, несмотря даже на то, что ему все свалилось с небес, в каком-то смысле, да, это его, так скажем, наследство. Ничего он не получил, братья. Все потому, что энергетика сама загубила его. И то, что он вкладывал деньги и получал там какую-то отбратку, там и миллионы просмотров у него даже были. И там покупал себе самые дорогие, так скажем, приспособления, инструменты. И это ему помогло? Нет, братья. Энергетика у человека была изначально фальшивой. И когда вы с фальшивой энергетикой, с вот этой вот, так скажем, разрушаемой изнутри, которая изначально не предрасполагает вас, чтобы достичь реального успеха, достичь реальных своих целей, своей мечты, и когда у вас нет этой изначально истинной, правильной энергетики, настоящей, то она, какой бы ни была, она все равно приведет вас и к краху.
понимаете, какие бы деньги ни были вложены в проекты, какие бы вы цели ни ставили, получить жену самую красивую, самую лучшую, а по итогу, если она все равно распознает вас, что вы будете покупать ее, она узнает вас настоящего. Если вы не проработаете в себе эти качества и моменты, то как бы ничего не ждите хорошего по итогу, братья. Это истина. И опять же возвращаемся, откуда все это берется, откуда брать эту энергетику, откуда брать эти силы, да, так называемые. Это все начинается, братья, с элементарно, это воздержание. Когда вы постигаете истинный путь воздержания, вам преобладает истинная, настоящая энергия Вселенной. И когда вы ее овладеваете ею, то у вас начинается все потихоньку получаться в жизни. Вредные привычки уходят, полезные приходят. Да? Деньги начинают приходить в вашу жизнь. Начинают приходить хорошие люди, связи, где вы занимаетесь каким-то благим делом, и у вас все начинает получаться. Вы преуспеваете. А начинается все с малого. Начинается все просто с воздержания, братья. Это истина. Это то, чему я доношу людям. И вот про этого парнишку, да, о котором я уже говорил, как бы ни было печально. Я не знаю, как сложилась его судьба, но знаю точно, что на тех этапах, когда он пытался продвигаться, когда он из кожи вон лез, вкладывал деньги, пытался проявиться, у него ничего не получалось. И никакие деньги его не спасали. Да? Так получилось, что он просто, ну, скажем так, если говорить простым языком, он не воздерживался, он разрушался. Разрушал себя изнутри и пытался вокруг себя эту энергетику распространять. Но потом, не знаю, дошло ли до него это, осознал ли он эти вещи, не осознал. Навряд ли, на самом деле. Я сомневаюсь в этом. Но знаю точно, что я, как наблюдатель, как, скажем так, зритель всего этого, да, когда я был рядом с ним и видел все это, да, и понимал, что, ну, это на самом деле уже яма просто, и я даже не могу ничем помочь. На тот момент я не обладал такими знаниями великими, чтобы поделиться с ним про воздержание, про все эти вещи. И да, вот так вот я получил такой опыт прямо на своих глазах. И я благодарен ему за то, что я могу ощущать себя, не гнаться в этой бесконечной потоки гонки, да, за деньгами, бесконечные вот эти потоки гонки за чем-то невероятным, да, самым там, что нам навязано культурой и так далее. То есть я начинаю получать блага и получать истинное наслаждение от того, что я имею, и от того, что вокруг меня. Это энергетика, я пытаюсь ее распространять, брать, и получать ее из нее. На самом деле, как я уже вот сказал, да, плохие привычки уходят, хорошие приходят. Ты начинаешь во всем мире замечать все хорошее и вокруг тебя, и в людях. И тебе хочется дарить этот свет, это добро. Понимаете? И ты получаешь его, что самое интересное, обратно. Да, ты вот подарил хорошие эмоции, хорошие чувства, да, ты транслируешь эту информацию, и она тебе вдвойне возвращается, втройне возвращается. И так же со всем. Ты делаешь добро людям, оно тебе вдвойне, втройне возвращается. Это не, даже, как сказать, не карма, это in real life. Вот эта жизнь, которую я ощутил, да, ты делаешь хорошее людям, даже на плохие поступки. Если ты находишь в себе сил, ты делаешь хорошее людям, и хорошее тебе возвращается. Это истина. Истина, братья. И вот эта энергетика, которая будет вокруг вас, да, которая так называемая вот эта духовная энергетика с благими намерениями, она будет преуспевать с вами. И вы будете становиться на истинный путь и получать только самые лучшие блага. И наслаждаться, братья. Это вот то, что я хотел вам донести изначально. С вами был Дмитрий Вайс на канале Разума, братья. На канале Здравого, на канале Смысла. И я готов транслировать эти вещи специально для вас, чтобы вы просвещались, становились, братья, на истинный путь. До новых встреч, братья. С вами Дмитрий Вайс. До новых встреч.